Ярмарка белорусской обуви снова радует петропавловцев, теперь уже летними босоножками. Однако желающий может найти и демисезонные сапоги. Привезли на этот раз более 900 пар. Здесь можно найти образцы разных цветов и размеров. Все товары изготовлены из качественного материала и удобны в использовании. Вся наша обувь из натуральной кожи. Подошва полиуретановая, она гнется, не сломается, не лопнет, не треснет. Обувь для проблемных ног, они широкие. В этой обуви нога будет дышать, не будет потеть, не будет никакого дискомфорта, будет очень удобно, легко. Летом самое то носить. Прошлый приезд здесь продали около 1000 пар сапог. Спрос есть, поэтому Петропавловск стал постоянной точкой продаж. Высокое качество, комфорт и широкий ассортимент. Все это уже успели оценить покупатели. Женская обувь по размерам у нас начинается от 34 размера по 42 размер. Мужская обувь у нас идет размерный ряд от 40 размера по 50. Работаем мы с 10 утра до 7 вечера, без обеда, без выходных, без перерывов. Побывали с ярмаркой продавцы уже в Шымкенте и Костанае. В Петропавловске пробудут до 29 мая. Приобрести желаемую модель можно по адресу улицы Шоканова-Лиханова, 15А. За обновлениями следите на официальной страничке ярмарки в Инстаграме «Белорусская обувь». Гюзель Закарья, Казбек Арыкбаев, МТРК.